Экспозиция в Королевской академии художеств, которая открылась на этой неделе, посвящена русскому революционному искусству и реалиям того времени. Как сообщает сайт Первого канала, выставка включает более 200 работ. Это картины, скульптуры, плакаты, фарфор. Многие из них англичане увидят впервые. И каждая часть истории мирового искусства. Выставка как уникальный калейдоскоп русского искусства. Марк Шагал, Василий Кандинский, Александр Самохвалов. Его девушка в футболке на международной выставке в Париже была удостоена золотой медали. Это один из самых светлых и реличных портретов эпохи великих строек и сталинских репрессий. «Революция» — это выставка для людей, желающих понять Россию. Продлится она до середины апреля.